Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. Если, ребята, допустим, у нас не будет там хватать там ляма, например, будет 4 с половой дадут. Как вы думаете, если мы с вами во вторые в новые бабочки по 50 тысяч попробуем сходить, это норм идея? Ну, они просто реально по 50 тысяч дают часто бонуски. Как вы считаете, это норм или это лишнее? Или это, смотрите, первый вариант, это норм, то есть цифра 1 пишите. Второй вариант, это хуйня, потому как ты сам сказал, что это дебильная игра, что ты сам долбоеб. Ты вначале сказал, а тут сам себе противоречишь. Ты что, ебанутый? А? Ты ебанутый? Ну, это 2, вот то, что второе я говорил. А, бонус, блять, я смотрю, прикиньте, 200. Я думал, а как ставка 200? По 1000 же ловили. А потом просто немножко влево глянул. И все норм. Ну, давай сразу вторую. Повеселимся. Вторую, повеселимся. Хочу повеселиться со второй. Отлично, нормас. Обезьяны сыграли. И, пожалуй, нам еще прекрасных 4 спина сейчас продемонстрирует Сакура. С двумя, как минимум. А сейчас третий еще. Блять, ну, ребята, сегодня такой день, наверное, третий упадет. Сегодня нам везет реально. Нет, не упадет. Везет? Нет, не упадет. План-то дай, заебало, старая. А, все, план есть. План есть. Ну, ладно. Братик. Ребята, вот ей-богу, вот это бывает редко. Поэтому, и вот пока вы это сейчас смотрите, я вам всем желаю здоровья, я вам всем желаю удачи. Это пиздец. Вот такие стримы, это жестко, это раз в год, нахуй. Такие стримы раз в год, уже раз в год. Какая-то, блядь, Сакура. Посмотрите, у нас еще спин, сейчас еще хороший символ. Нормально, еще, наверное, 1050, 60 или сколько. Сейчас посмотрим. 40-30. Ха-ха-ха, пойдет, блядь. Сакура дала x200 почти. Ну вот абсолютная противоположность прошлому стриму. Ну абсолютная противоположность. Или что? Или нажрали у нас слоты в Ваваде у всех, да? А теперь начинают выдавать? Выходит так, что ли? По сути, так-то по большому счету, это мои же проебанные бабки возвращаются, да? Частично, нахуй. Ну, блядь, ребята, ну это просто праздничный день какой-то. И это круто, потому как Монгол Триасюре может. Монгол Триасюре нам должен. Монгол Триасюре много времени до этого не давал. А сегодня даст. 30к в плюсе даже кто-то говорит. Ребята, если это так, я не удивлен. Но 30к мало. Хотя у нас, ребята, план 75. План 75, да, вот так подумать. План 75. Если вот так вот нам давал диванный лотус пятерку, а 0, какой-то дал пятерку, вот сейчас там, да. Это же тоже все копится. То есть представьте, два слота, которые, условно говоря, дали там x2, x1. Это все, это 150 тысяч, они сразу нас загнали в долг. Ну, условно говоря. Все. Запускаем прекраснейший слот, посвящаю я его городу Улан-Батор. У Улан-Батора-то кто-то уж есть в чате? Ну скажите, с Улан-Батора в чате хоть один есть, только по чесноку. Плюс, это будет плюс. Только давайте без обмана, без обмана. Кто с Улан-Батора? Дайте ясность. Интересно, а с Улан-Батора реально? Ну вот, nice room с Улан-Батора. Реально с Улан-Батора, реально, только реально. Ну, походу, только один. Иштаг с Улан-Батора. Да, охуеть. Ну, короче, ребята, этот бонус я посвящаю Улан-Батору. И хочу, чтобы сейчас мы показали всем остальным. Улан-Батор показал всем остальным, как же нужно разваливать. Так. Так. Улан-Батор, ребята. Ну, что? Знаете, Улан-Батор, город, наверное, небольшой. А я напишу Улан-Батор топ. Ему будет приятно. Это же через дефис, да, наверное, пишется. Ну, топ. Я напишу. Ходите, пишите. Но я бы написал, потому что Улан-Батор топ. Ну, топ. Все равно топ. Ну, топ. Все равно топ, ребята. Они все равно топчики. Я их уважаю. Спасибо им за то, что оттуда меня смотрят. Но это же реально круто. Улан-Батор топ. Вся Монголия топ. Это, знаете, такой... Ну, ладно, 47-то 500 уже в кассе есть, в рюкзаке, так скажем. И еще не вечер. Это плохо было. А вот это отличный спин. Хороший спин. Я думаю, что это план. Да, это план. Ну, минус 2000 пока, но бонуска еще идет.
Даму. Эх, ретригер бы, ребятки, сейчас. Вот все бы отдал бы за ретригер, знаете. Вот в кошельке бы сейчас было бы, хоть там, не знаю, там 12 тысяч, да, вот 12-13 тысяч было бы. Вот все копейки бы отдал за ретригер. За ретригер. Ну вот, знаете, вот все бы. Может, выпадет? Не знаю. Может, выпадет. Ну это отлично, блядь, это отлично. Это больше икста уже. 109-500. Блядь, топарь, я, если честно, в ахуе, ребята. Знаете, такое ощущение, что у меня не бывает посерединке. У меня либо жопа в кустах, либо грудь в крестах. Вот реально. Вот это касается именно стрима. У меня так всегда. Либо много, либо мало. Либо ничего, либо плохо. Либо плохо, либо хорошо, в смысле. Да какой плохо, ничего. Фу, чур меня, чур. Так, 115 касиков. И вы знаете, еще одна вещь, которая может нам сегодня помешать по настроению и как-то ухудшить наш стрим, это умножение в эндорфине. Да-да, умножение в эндорфине. И вы знаете, хоть не проверяй эту карту, вот просто не смотри. Но с другой стороны, там же ведь может быть и двойка, но это же будет бред, поэтому смотрим. Семерка. Ну, ребят, знаете, были бы мы сейчас в какой-то ситуации, ну, вот прям в минусовой, я бы ударил. Но такой стрим я не имею никакого права портить. Вообще никакого. Потому как мы договорились, теперь, когда я делаю хуйню на стриме, вы мне что пишете в чате? Долбоеб, мы уходим. Сиди сам и хуйню делай, мы не смотрим. Отписка, дизлайк. Ну, в этом курчик. Так, Артем Коломиец, да. Оставь покурить. Ну, братик, подойди к окну, я скину. Скину сишку. Запускаем. Бля, ребята, это эндорфина, если в чем. Если кто-то не понял, это эндорфина. Да, это эндорфина. Это та самая эндорфина, которая может давать ретригер. Та самая эндорфина, которая может удивлять. И тот самый слот, который мой любимый из эндорфина. Привет все. Уф, сразу план. Не успел даже сказать. Привет. Пользуясь случаем, передаю всей Армении, так как этот слот ваш. Я знаю, в Армении тоже за мной смотрят. Болеют кто-то, может, не любит. Но в целом, я желаю вам всем здоровья, всей Армении. Чтобы никто никогда не болел за родных, близких. Счастья, естественно. И большой удачи всей Армении. Спасибо вам за то, что ваш слот не подкачал. Это топ. Ну, конечно, он еще может ретригер дать. Мало, всякое же бывает. Ну, просто топарь. Но, знаете, ничего лишнего. Вот просто дал, как отрезал. Вот реально. Ну, просто топчик. Ну, просто Армении огромный привет. Армения топ. И вот семерка выпадает, да. И вот, казалось бы, да, настолько мы чувствуем сейчас силу, что я уверен, если мы сейчас ударим, мы пробьем. Но я не хочу даже шансов давать испортить этот стрим. Не хочу даже шансов давать. И не хочу даже давать вот малейшие писечки, чтобы хейтеры порадовались. Поэтому забираем дисциплинированно. По красоте. Долбоеба больше нет. Банк. Вчера и играл, вчера насыпал. Ну, в Iron Bank я сам не разберусь. Ну, реально, ну, просто не разберусь. Поэтому нужна ваша помощь в Iron Bank. А именно какая? А именно вот выбрать какую бонус. Знаете, вот хочется прям выбрать, вот как вот послушать кого-то вот так вот. Вот знаете, и вот просто отдать этому человеку выбор за тебя. Вот так вот я скажу. Да, вот так. Вот мне понравился ник, и он прямо вот рядом был. Хороший человек, ник у него хороший человек. Он написал один, соответственно, выбираем первую бонуску. Ну что, ребята, поддерживаем хорошего человека, али нет? Ну-ка, прочитаем, что в чате написано. Да, братка, поддерживаем, по-любому первую. Он красава, он все сделал, сказал красиво. Все, берем первую. Ну, ребят, видите, как говорится, ни одного голоса против. Старского села большой салам. Заноси, братка. Коля, привет. Даня, удача огромная. Надеюсь, Вологда аурит. Что Вологда аурит. Вологда аурит. Вот, ребята, если знаете, говорить, аурит ли Вологда, вообще сегодня город стрима реально, блядь, просто топ. Но пока просто топ. Даже, конечно, учитывая, что сейчас какая-то возня пошла, ну, будем честными, пошла возня. Скорее всего, мы сейчас по плану, типа, мы в минусе. Но, ребята, все будет нормально 100%. Но Вологда уже она сделала много. Я уверен, что она еще сделает. Я вот как-то спокоен, я не знаю. Насчет Вологды уверен на 100%. Вот не знаю, вот уверен на 100%. И все. Чуть-чуть тузов. Смотрите, сразу тузы мне дают, говорят, правильно ты, братик, уверен. Правильно ты уверен. Еще. А мы закроем когда-нибудь на пятом, а, банана? В этой жизни. А это дохуя. Это же дохуя. Подождите, 2, 6. Да, это дохуя, это больше сотки.
Ну больше, 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 больше. Сука. Ну я думал, хотя бы будет, может, 200. Ну, ребзя, план есть, можно и поесть, как говорится. Вот даже ничего не надо ставить, ничего не ставь. Сейчас, конечно, он, скорее всего, ретригер нам закроет. Нет, блядь, да выебывался. Ну, что да поставить? Блядь, вот, ребята, если бы сейчас был банан, а, на четвертом, на пятом. Если бы сейчас был банан, это еще плюс сотка. Бананы дорогие, блядь. Ну, куда тебе жаловаться? 171 Iron Bank дал. Аплодисменты, просто встали.